Ну что, Александр, Александр, всех приветствую, мы продолжаем. Ну, блядь, что нахуй? Кого? Какой продолжаем, блядь? Что, ёбнулся, блядь? Мы, собственно, снова в Колесе Фортуни, да. Прошлую серию, кто не видел, там ссылочка в описании на плейлист, в принципе, да, по Колесе Фортуни, да, там сезон будет состоять, сразу скажу, сезон будет состоять из 15 серий. Максимум, да, то есть это сейчас первый сезон у нас идет такой. Разминочный, скажем так, проверяющий, проверяй, проверочный. Смотрим, заходит вам рубрика или нет, вам вроде, кстати, заходит даже. Вот, спасибо за поддержку. Вот, еще можете поддержать подпиской, лайком, да, мне очень приятно. Спасибо за то, что делал. Вот, продвижение канала, как минимум, больше контента будет. Вот, Колесо Фортуны, если ты первый раз здесь, да, объясняю вкратце, что здесь будет. Мы выбиваем при помощи Колеса Фортуны, да, при помощи рулеточки, выбиваем все три оружия, выбираем по одной дисциплине, то есть я и оппонент, и потом выбирает Алиса, да, то есть она выбирает, ну, число говорит, и там под каким числом будет дисциплина. Такое, такая дисциплина и будет. То есть три дисциплины всего, три оружия у нас в игре. Вот, есть баллы здесь, да, то есть за угаданное там оружие без подсказок, там 3 балла, да, с подсказкой 1 и за выигранную дисциплину 2 балла. В итоге в конце серии все суммируются, все баллы, и у кого больше, тот получает... Тот выигрывает. То есть все очень просто, все классно. Если не смотрел с первой серии, можешь посмотреть. Там ссылочка в описании на плейлист, повторюсь, и в правом верхнем или левом верхнем углах на прошлую серию. И плейлист тоже есть в подсказках. Да, там есть все на плейлист и на прошлую серию. Вот. Собственно, Саш, поудобнее. Надевайте пледик, накладывайте кушать, да, прямо на пледу кушать уже. Прямо начипите кофе пить или 50 дней, прямо просмотра. А мы, собственно, начинаем. Прошлую серию, кстати, я выиграл. Уже 3-1. Бля, посмотрим, что в это будет. Мы постараемся уже выиграть. Надо, блядь, выбиваться, то нахуй. Три, вот, понимаешь, три, блядь, серии проебывал. Ебаный сэр. Вот. Начинаем. О, так, ну чё, ты уже покрутил? Не, сейчас покручу. Давай, я тоже, блядь. Так, ну давай прокрутим и сразу запишем, все. Давай, блядь. Так, сейчас. Let's go. Так, первое оружие у меня какое же будет? Бля, прошлая серия вообще охуенно была, да? Вообще, да. Ну, по оружию имею в виду. В игре этой. Шикарно. Так. Блядь. Ну ладно. Ну ладно. Что-то с колесом не так. Согласен, блядь. Что-то по сравнению с прошлой серией было получше, конечно. Ну ладно, посмотрим. Второе оружие у меня уже идет. Смотрим, что за оружие. Так. Ну, что-то. Так. Ну ладно. И, пожалуйста, что-нибудь. Че, хуйня полная? Третье оружие у меня, кстати, попадает сейчас. Бля, ну я сейчас ёбнусь, если это оно будет, если это то, что я подумал, блядь. Выпадет, я вообще ёбнусь нахуй. Нахуенное оружие. Бля, колесо что-то мудрит, да, блядь? Какая-то хуйня, блядь. Где, блядь, нормальное оружие, блядь? Где хотя бы баланс в них? Да. Не вот это, блядь, ваше все. Так, ну три оружия у меня, собственно, есть. У тебя они тоже, да? У меня тоже. Ну что скажешь, нормальное оружие или хуйня полная? Ну, чуть получше, но что-то как будто нет. Блядь, ну получше с прошлой серии. Ну да, но я не специализируюсь, так сказать, на этом оружии. Ну я понял, блядь. Так, ну давай чего дисциплина получается выбирать. Ну... У нас есть аим-карта, паркур, хейденсик, ДМ-ка и напарники. Шо? Блин, ну давай паркур. Паркур? Да. Ну, хорошо. Хорошо. Блять, ну я тогда выберу... Ну, бля, не знаю даже. Не с теми оружиями, что выбрать бы? А я ДМ выберу, мне похуй. Так, и Алиса, да, выбирает. У нас три получается. Раз, два и три. Остается. Давай, Алиска, хуиска, блять. Ой, что? Выбирай, блять. Выбери число от 1 до 3. 1. Охуенно. Это им карта, блин. Да,
Того у нас аимка получается, ДМка и паркур. Что первое у нас? Так, ну давай паркур. Паркур? Может, да. На сладенького оставим? Не, наоборот. Сразу, блядь? Аимку лучше на сладенького. А, ну давай паркур, реально. Ну реально, блядь, реально, нахуй, паркур. Ну давай, блядь. Так, ну, получается, я первый, да, угадываю? Давай. Так, у нас сейчас паркур, да? Да, но у меня вот эта хуйня на паркур. Так, ладно. А, давай, чё. Давай начнем с патронов. Меньше 30. Да. Понятно. Стоит меньше 1000, да? Нет. А, нет. Больше 1000 стоит. А цифра названия есть? Конечно. Есть. А прицел? Нет. На ближнюю дистанцию, да? Конечно. Блять, ну, цифра, ну, бля, я уже, я понял, что это за категория, но, блять, там несколько вариантов просто есть. А. Теперь нахуй гадай, сиди. Я хотел дать подсказку, но это было бы очевидно. Патронов меньше 30, да? Конечно. Так, что я имею? Ближняя дистанция. Ага. Стоит больше косаря, но меньше 30 патрон. Нет прицела, но есть цифра в названии. Ну, хотя нет, сколько у тебя тут вариантов? Раз. Ну, немного, но они есть в любом случае. Два. Пятьдесят на 50. Да, блядь. Вот это XM, который, да, вот это он? Это окончательное? Да. Ты уверен? Да. Бля. Не-а. А чё это? Максим. Блядь, что? Снова? Да. Бля, а можно разнообразие какое-нибудь? Да я хотел перекрутить, думал бы, заебал. Ну ладно, блядь. Получается 0-0, ладно, давай, теперь ты. Так. Хоть есть прицел? Прицел? Ну есть, но не такой, как у снайперки, нету. Ага. Ну смотри, как у снайперки нету, в принципе, он есть. Это на ближней дистанции? Блять, ну да. Ну как, наверное, хотя нет, подожди, на ближнюю или дистанцию? Да нет, нет, не на ближнюю. Не на ближнюю. Да, не на ближнюю. Меньше 1000? Да. Опа. Опа. Ха. Опа. Так, что у меня осталось там еще? Есть цифра в названии? Да. Блять. Это сложное дело. Я знаю, я знаю. Патронов меньше 30? Меньше. Ну, блядь, да. Как будто нахуй он бы сказал больше, я бы охуел. Я такой, что, блядь? Кого... Есть цифра в названии, да? Да, есть. Сука, опять. Хуем, блядь. Бля. Ну, сука. Ну там несколько вариантов, честно. Так, 9. Ты уверен? Да. Твой заключительный ответ? Да. Точно? Да. Так, 9. И это... Ну, блядь, ну, было бы интересно, но это не он. Бля, а что? P250. Да, блядь. Блядь, вот просто, что за хуйня? Где разнообразие, нахуй? Можно, не знаю, негив там, блядь. Что он уже вроде был? Опять проболтался. Не, ну я говорю, можно же негив там какой-нибудь. Нахуй тут, блядь, пиздец. Разнообразие прям охуенное, я считаю, бля. Почему мне первый выпал, а такой задний? Да, он бы уже был, блядь. Ну ладно, паркур, да, получается у нас. 0-0 получается. Все, let's go. Ща. Период закупа. Давай, сразу наводи эту команду. Let's go. Так, подожди, здесь максимально. Погнали. Первая смерть. Тот проиграл. Блять. Да, тихо. Не, нихуя. Надо только начало подниматься. Ладно, она же вроде отсюда, да, вроде хуярит? Ну да.
О, подниматься начала. Блять, а вот здесь я не помню, как нахуй мы тогда делали. А это не считается? Или как? Первая смерть. Ну, если так, то я проиграл. Ну, бля, давай ради интереса, ладно, посмотрим. Я думал, я допрыгну. А там я сбоку ебанул, не знаю зачем. А я уже, нет, я уже проплюнул, а у меня палка ебанула. Погнали еще раз, чисто так для интереса посмотрим. Блять, ну смотри, не торопясь, хуярит. Блять, ну ты ебаный на. А, фу, я вот как раз таки думал, они закрываются, думаю, все, останавливаться не вариант. Да. Ну в смысле? Ну все, я проиграл. Да. Ой, турель, блядь. Ну получается сколько? Там 2-0, да? 2-0 было. Да. Да. Ну ладно, ничего страшного. Может сейчас дорешаешь ДМ нахуй или воинки. Сейчас следующее у нас будет ДМчик, да? Да. Так, счет 2-0 пока что. Ну так, для напоминания сейчас. Да, я чувствую, я не знаю, мне кажется, я сегодня отсосу в этой серии почему-то. Ну тут вот не знаю. Ну вот прикольно, если будет ничья, тут будет охуенный контент. Так, ну что, давай. Я угадываю? Да. Прицел есть? Нет, ну да. Ближняя дистанция? Да. Больше 1000? Блять, сейчас. Вроде да. Вроде да, больше. Есть цифра названия? Сейчас скажу сначала по ценнику. Да, молодец. Да я рот ебал, бля, его пинывать нахуй. Ебать, сколько нахуй? Да, чуть больше 1000 стоит. Что там, цифра названия? Да. Если цифра, да, есть цифра названия. Сука. Ну, на блин. XM, вот этот дробовик. Ты уверен ли хочешь еще задать вопросы? Там у тебя еще есть. Так, а что у меня там? Я больше ничего не делаю. Ну, типа, сколько патронов? Больше 30. Я вроде давал. Нет. Бля, я не помню, насколько там. Ну, около того. Хуйня, это как там? Ну, типа, не больше 30, но около 30. А, да? Да. Так, стоп. Это нихуя не так. Теперь вообще так. МП7? Ты уверен? Да. Прям точно? Или еще, ну, подумаешь? Я просто не знаю, почему-то вот я вот сейчас вот чувствую, что МП7, и я больше не вижу других прям. Прям точно, или еще подумаешь? Ну все, я уже выбрал МП7, брат. То заключительный ответ? Ну больше нет смысла меня уговаривать, да. Ну смотри, я еще задам точно ответ? Да. Нет, это не МП7. Ну а что это? МП9. Ну бля. Сука. Больше 30 патронов? Нет. Меньше 1000 стоит? Нет. Нет, больше 1000. Прицел есть? Да. Ха. Интересно получается у нас. Я вообще не интересно. Дальняя дистанция? Ну не знаю. Наверное. Ну говори, ебать, да или нет? Наверное, да, да. Так, хорошо. А цифра названия есть, да? Ну, не знаю, наверное. Ну, заебал, скажи ты нахуй. Да нет, бля. Или есть? Ну, наверное, нет. Блядь, ты можешь сказать точно нахуй? Нету, все. Нету? Что же это такое? Интересно.
Что я имею? Дальняя дистанция. Стоит больше 1000. Меньше 30 патрон. Есть прицел, но нет цифры названия. Что же это может быть? Интересно, что же это? Как думаешь, что это может быть? Неважно. Ну, он сейчас скажет, ну, это вот АВП. Ну, это АВП? Это все АВП? Да. Нет. А что это? ССГ. Чего, блядь? ССГ? Да. Так там нет цифры названия. Ну ладно. Ну ладно. Да хуево, че у меня за... Ну понятно, нахуй. Значит так, по грязному, да, движемся, блядь? Хорошо. Это ОП. Ты что, серьезно, ОП? Ну шутка, да, правда, бро. Нормально. Ну конечно, блядь, что тут остается? Может ничего и нет. Да, блядь. Ну, получается, сколько там? Получается 5-0? Получается. Блять, я с пистом теперь гоняю, я забыл купить. Ну ладно. А он все нахуй. Я нахуй тебе буду мешать, мне похуй. Так, где? Опа! 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 Блять! Ну бля, лаги можно убрать нахуй из игры? А вовремя отлагало. Так, let's go. Так. Ты чё? А, по ножке я ему попал. Ну, Стараешься. Где ты там? Ну я всех захуярил, ты в курсе? Бля, ну... Бля, как будто бы должно было быть наоборот, знаешь, что у меня ВП, блядь, у тебя МПшка. Потому что она тут вообще имба. Ну ладно. Не всегда, но имба. Опа, нахуй. Ну, да, я залагал. Нечестно, нахуй. Ну, то лаги, я понимаю, лаги ебаные. У меня, знаешь, в ММе такая же хуйня, просто лаги чисто, блядь, идут, и все, лаги и лаги. Нахуй, я такой, блядь. Я только выбрал позицию. Блядь, ну в смысле, ну как я в него не попал? Блядь, скажи, как будто наоборот должно было быть, да? Чего? Скажи, как будто наоборот должно было быть, у меня ВП, у тебя МПшка. Потому что МПшка тут вообще пиздец, нахуй, чё ебашит. Блять! Отстань. Бля, ну ёпта, я ВП вообще не ебаю. А, на имке как хуярил, нормально так. Один раз попал. Нихуя, говорит, не может. Пусть без прицела хуярит, блять. Да, ну как? Да, ну как? Ну как? Ну это не, ну это я ебал, это нечестно. Да пиздец, как. Блядь, как я мог ему по ножке попасть? Ну 89. Блять, одного забрал только. Ну это нахуй реально. Чисто трем. Бля, ну не лагает. Ой, блядь. Ой, бля, я убил курицу, в этот момент чел такой. Опа. Добрый вечер. Я говорю, они щитами хуярят, что за хуйня, блядь. Думаешь? Да 100% я буду, блядь. А, где? Иди нахуй. Опа. Блять, я ждал бота, пока он, блядь, прозрачным, ну, перестанет быть, и я это сам еще, блядь. Да, я тоже так пытался.
Блять, он считал, не, они считали. На. Бля, не, они считали, я тебя знаю, не считаем, блядь. Бля, можно их забанить, пожалуйста? Ну что это за хуйня, еще не вышел, уже стреляют по мне. В этой игре, блядь. Да уж. Чисто, блядь. А, нормально, тоже в голову дали, никуда. Пиздец, блядь. Блядь. Тварь ебаная, нахуй. Ебать, нахуй. Так. Бля. Бля, ну-ка. Бля, ну-ка. Ну, бля, прикольно, знаешь, от вапер какая система? Ты просто мансуешь, они не стреляют. Мансуешь, стреляешь, все. Они, блядь, хуй. Ну, только против калашит, конечно, это и, блядь, галиру, что он подобно не работает. Им похуй, они сразу выходят. Не, мне эта карта не нравится тем, что пока дойдешь, там... Да? Вот, я уже выстрелил, а мне не зачитал. Уебать, их там трое, блядь. Так без головы, нахуй, челик. Блядь! Ну почему он так долго перегружается, я урод? Реально, как будто в этот момент не делается. Блядь, ну, ладно. Как по хуйне долго идти? Ну, разнообразие должно быть же, ёбаном, блядь. Блять, не понимаю, откуда идет? Блять, что? Он взял, блять, спустился и в голову сразу попал, прикинь. Его щитами ебашит, нахуй. Ну, сейчас наверх идут ко мне, блять. А вам, блять, нет, нет. Они щитами ходят, типа зар, блять. Просто, блять. По черному. Блять, по белому, нахуй. Зеленому, блять. Блять. Че такая-то хуйня, честно. А, ну я же... Бля, ну ты, в принципе, сейчас соберешься, блядь, ты прям можешь выиграть, ебать. Прям без шуток. Да как? Ну господи. Да тут проблема, я пока дойду, они уже все кончаются. Ну поэтому, знаешь, можешь выбрать одну позицию чисто и все. И сидит на ней. А они в любом случае ходят к тебе либо ко мне. Ну блин, ну тут бесит, что я вот прям нажал кнопку, у меня прям звук выстрелил за то, что он набивает раньше, меня даже не засчитывается. Понятно. За тебя скорее сейчас будет. Ой, блядь. Блядь, что? Вот что это нахуй? Как будто пизда, блядь. Просто пиздец, просто пиздец. Блин, ну тут я не... Бля, они со всех будто... сторон, нахуй. Как будто вот звук спереди, но он в итоге и сзади. Вот в чем же. Блять, ну а сейчас ты бесшумный идешь. Да не, ну тут, бля, проеб. Да не, нет, я все. Меня не ебут, как хуй знает кого, блин. На это нахуй. Нихуя. Бот, блядь, что? А какой счет у нас 5-0 же, да?
Блять, ну что, Виктор? Виктор, ты же с АВП гонял. Нахуй ты взял эту залупу, блядь? Тебе она не нужна. Ну я отошел на... Блять, просто пиздец, да? Мне такая шкуня сейчас. Что хочется, на нахуй, все, блядь. Ну? Просто пиздец, да? Они типа физически быстрее стреляют. Они говорю, они с этим читами, блядь. Блять, он простреливает меня, ты охуел? Да, вот тут проблема вот у меня, то что если я промахнусь, а они меня видят, все. Блять, ну это пизда, блять, да. Пиздец, вот нахуй. У меня вот в этом самое. Не, у меня потом. Мне нужно же на ближняк хуярить, я подхожу к ним, они, блядь, мне в голову ебашут. У меня вроде, я думал, просто им надо. Что я с одного выстрела убиваю, но тоже. Получается 7-0. Что-то как-то. Бля, мне такое ощущение, что поддаешься просто, знаешь, чтобы я не обижался, там, что я проигрываю, блядь. Что я там проигрываю, нахуй, просто взял, думаю, ну а, блядь. Пиздец. Да. Да. Не, было бы интересно, если у нас обоих был бы тайзер, знаешь, в этом дейме. Вот это было бы охуенно. Так, давай, чё там? Чё у нас там? Чего у нас там? Хуй, есть прицел? Нет. Нету? А цифра? Нет. Нету? Это на среднюю дистанцию? Да. Так, интересно. Стоит больше 1000, нет, да? Нет. Ну как создавалось? Типа нет? Не. Окей. Больше 1000? Да. Патрон больше 30? Нет. Нет, бля, ну ебать, у меня нахуй даже и категории нету. Хотя, блин. Блин, ну не знаю. Ну нет. Нет, да, не больше 30? Нет. Ну окей. Блин, давай подсказку, ебать, хули. Да, ты уверен? Или так чисто... Ты так выиграешь, что ты вы как это... Ну просто, блядь, хочется нахуй. Ой, подсказочку, сейчас... блядь. Так, сейчас я зайду. Сейчас я зайду, блядь, найду оружие сначала, блядь, в этой игре. Я просто хочу посмотреть, как это подойдет. Это винтовки. Охуенно. Винтовки. Это винтовки спецназа. Да, то какие, бля, штурмовые, снайперские, бля. Винтовки, бля. В смысле, нахуй, доебался. Ну там есть штурмовые винтовки, а есть снайперские. Да, штурмовые. ТМ-ка? Винтовки, винтообразные. Че ты говоришь, что ТМ-ка? Нет цифр в названии. Ну ладно. Ну пусть будет ФАМАС. Да. Серьезно? Да. Нет, без пиздежа. Да. Получается 8-0? Пока что. Пока что. Что даже как-то непривычно, блядь. Ну ладно. Так, теперь моя очередь. Давай, да. Патронов больше 30? Бля, я не помню. Заебало, запиши ты его. Забежу когда-нибудь. Около этого. Около 30. Сказал, как, больше 30? Ты сказал больше 30, я сказал около 30. Хорошо. Есть прицел? Нету. Меньше 1000. Меньше 1000 стоит. Угу.
меньше 1000. Это тег? Ты уверен? Или ты еще подумаешь, блядь? Тег, тег. Точно? Блядь, можешь подумать чисто так, для интереса. Тег. Блядь, ну ты же понимаешь, что я не просто так тебя отговариваю? Тег. Ты уверен? У тебя там еще вопросы есть? Ну все, тег, но я хочу тег. Ну это не он. А кто? Долберец. А, блядь, тоже, я, ебаный рот. Бля, причем оружие все, которые были, нахуй, упались. Ебаный рот, блядь. Ну фумаса, кстати, вроде еще не было. Не, был, бро. Не, вроде не был фумас еще. Да, ну, остальные, нахуй, все были, ебаный, блядь. Все, let's go, нахуй. А, сейчас. Да-да, блядь. Так, я закупился. Я тоже. Пизда просто проебанная, я так чувствую, блядь. Да почему? Не знаю. Сейчас пока нет. Ясно. Так, сейчас закуплюсь. Все, let's go. Блядь, да... Не, 93, ты чё, бля, угораешь, на? Вот это повезло. Да. Тебя, бля, ну интересно, что бы ты выбрал себе? Ты экспериментировал в каком плане, типа, блядь? А? Ты в каком плане экспериментировал? Я думаю, маг обычно ставить на ДМ. Ну, типа, как в тот раз, потому что думаю. А потом думаю, попробовать. Что выбрать еще раз? Типа... Что обставить? Ну, на ДМ взять маг, как в тот раз. А потом такой думаю, да, попробовать АВП, плюс, типа, АВП же с одного выстрела, я рассчитывал на то, что я чисто за счет этого буду выигрывать. Ну я забыл, что я маленький целится. Я понял. Ну, прикольно. Чего? Пиздец, блядь, бери это нахуй. Что на бери это? Ну, две или три серии не было, что-то такое. Yes. Ну, конечно, я понял, проебана карта, да? Карта у меня проебана. Чё, хз, проебана, ты видишь, как стреляет, блядь? Не, ну это пизда просто с них, блядь, стрелять на дальняк. Ты просто меня не пробовал. Блядь, я в голову стреляю, чтоб понимал. Может, я закуплю. Это не так работает. Просто пиздец. Ну вот ты попал. Ну да, нахуй, 7-1, чё, блядь. Так. Да, может, калаш, может, калашом поебашь, знаешь, блядь, так охуенно. Блядь, две головы просто поставил, охуеть. Всё понятно, берет их хуйня ебаная. Но некоторые из них прям ебут, ебут. Блядь. Скажи, ты мне с читами ебашь? Нет. Да, так сказал, знаешь, неправдоподобно чисто. Что? Как это не так? Да я хуй его знает, блядь! Да, блядь. Да ты и так выиграл, чё-то. Ну, хочется, блядь, в ночь, чтобы, знаешь, проиграл так охуенно. А, уже, блядь. Блядь, иди нахуй. Просто вот пульку дает. Просто челик с читами уже ебашит чисто же. Хули не, блядь. Я просто не лагаю. Да? Нет, сейчас вот сейчас уже прям, ну, меньше лагаю. Да иди нахуй, блядь! Не, причем серьезно говорю. Ну, правда, все равно... Сейчас закуплюсь, подожди. Я не стреляю. 40 FPS. Охуенно. Нормально. Че, let's go. Чего, это 100 FPS, да, да, мало. Да, FPS, да, да, ну, конечно, лагаю. А, иди мне. Ты в пизду, блядь. 99, блядь! На 1 хп у чела просто, блядь. Чел нужно было... Везение, тебе просто нужно было на этот брать, на ДМ было брать эту ФАМАС, все. Нет. Она и вот бы что это? Дробовик? Чем-то... Нет, АВП сюда взял бы, и все.
Да, бля, СВП как в рот. Типа там было бы то же самое. Да. Ну плюс, ты, если бы угадал, выиграл бы, блядь, ДМ, то все, там, наверное, равные пошли бы. Когда вот я вот... у меня денег нет. А там команду? Не, просто когда ты сказал около 30 и меч 1000, у меня что-то... А у меня а с чем я буду с Галилом играть? Да. Да? Даже, ну, пропиши. Гиф... Гиф... Япон Фамос. Да я помню, извините. Чуть-чуть. Фамос. Я не сделал. Фамос. Я хоть тебе попадаю, блядь, не интересно, кто там. А, у меня 32 хп. Да, 1 хп, конечно, блядь, пизди, да, 10 у него, блядь. Не, ну тогда было 3 ска, спросил с кое-чем. Блять, с них просто невозможно, чтобы его с такого расстояния ебашить. Это просто пиздец. Ну, типа они, знаешь, более адаптивные. Им только вот так на ближняк подходить, блять, и вот так ебать. И все. Ну типа, когда я смотрел, то челики спецназ смотрят, как играют в CSGO, они говорят, что с пистолета даже на средней дистанции, вот как обычно все юзают, сейчас подожди. Жду. Я слышу, как ты там ждешь. Все? Нет, я просто не сохранил. Подожди, да. Ну так интересно. Блять, ну был бы шанс, нахуй, было бы красиво, блядь. Ну было бы красиво, но нечестно. Почему? Я же не подходил прям. Я в пизду, нахуй. Да у 8-2, да, у нас по итогу. Второй победы, да, да. Спасибо, блядь, спасибо. Хуя сам 3, бля, выиграл разу, блядь. 3-2 только, блядь, всего лишь, нахуй, по победам. Я, блядь. Что? Ну, по крайней мере, сейчас... Там было на грани, так там было на грани. Ну да. Бля, ну интересно, интересно. Чем закончится сезон, кто выиграет на охоту, я. Сезон Fortnite. Новый ПП. Тут-тут-тут. Ну все, блядь. Да уж, да уж. Вот, такая серия была. Спасибо за просмотр. Все ссылочки в описании. Там Telegram и на группу ВК. Если Telegram для того, чтобы инсайды, да, там есть, во-первых, инфа, которой нигде нету, и там уведомление видео. Чтобы вам было удобно узнавать первым, либо одним из первых, когда вышло видео. В принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Вот такая вот серийка была. По колесе фортуны. Пишите в своих комментариях вообще по поводу всей вот этой рубрики, да. Я такого, говорю, ни разу не видел на YouTube, вообще нигде не видел прям, да, так чтобы... КС-ки делали колесо фортуны. Да, возможно, как-то, знаете, бывает чуть-чуть скучно. Не то, что скучно, но бывает как-то похоже, да, попадается. Но суть-то суть-то в том, чтобы выиграть сезон. Посмотрим, кто его выиграет. Поэтому пишите в комментариях свое мнение и, в принципе, о данной серии, да, что вы думаете. Будет, я почитаю обязательно, и будет интересно ваше мнение узнать. Вот, ставьте лайк, подписывайтесь на канал еще раз. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях по другим играм. Давайте.